Вот он, самый настоящий июньский снег. Сегодняшний день стал самым холодным с 80-х годов прошлого века. Температура воздуха держалась в районе 5 градусов, а в Володарском районе даже выпал град со снегом. Сугробы! 15 сантиметров. Вот такой, который прошел. Вообще все, вот это вот было все полностью вот в таком вот в сугробе снега. Я по нему шла и до земли не доходили, не доставали ногами. Сугробы, летом все грядки полностью, все картофельное поле в снегу. Вот прям с крапивой. С крапивой. Вообще, мы не знаю, сколько лет такого уже не видели. Какие-то вот 10 минут было вообще все снегом. Сильный дождь сначала начался. Сильный дождь, сильный ветер. Дождь, сильный ливень. Потом... Куры, свиньи меня домой запросились. Я открыл калитку, все убежали. И начался это. Снегу было. Ну, сантиметр 15-20, это точно. Шел он у нас 40 минут. 40 минут. Ну что, вышли, смотреть начали. Песочницу засыпал полностью все. Ребенок никогда не видел, спрашивал, почему такой крупный жесткий снег. Всю жизнь прожил на северах, меня причудами погоды такими не удивить. Нормально. По крайней мере, в отличие от европейцев и прочих, никакой национальной трагедии. Ну, растает, но проедем, пройдем. Такое сильное похолодание метеорологи объясняют арктическим циклоном, который пришел в нашу область. Снежная крупа у нас с 1983 года вообще не наблюдалась вот в это время. Сегодня не только самый холодный день в июне, даже в последнюю неделю и даже 10 дней мая ниже температур не было. Кстати, потепление синоптики обещают уже с завтрашнего дня, но дни пока будут стоять прохладные, всего лишь 16-18 градусов. А действительно теплая погода установится только во второй половине июня.